Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Вчера в возрасте 76 лет ушла из жизни редактор и ведущая радио ГТРК «Пермь» Тамара Ромащенко. Старшее поколение помнит ее голос с детства. С него начинались утренние эфиры пермского радио в 70-е и 80-е годы. Тамара Михайловна Ромащенко родилась в 1944 году в Омске и там же начала заниматься журналистикой. После переезда в Пермь в 1970 году пришла работать на местную радиостанцию «КАМА». После этого была младшим редактором по работе с письмами, корреспондентом, редактором юношеских передач на пермском радио. С 1975 года создавала и вела авторские передачи для детей и молодежи «Ориентир» и «Диалог с молодыми». Ее героями часто становились самые юные жители города и края. Тамара Ромащенко – обладатель многих наград, среди которых «Звезда четвертой власти» по итогам фестиваля «Женщины Перми» 2006, «Отличник радиовещания и телевидения», неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара. Была награждена благодарственными письмами губернатора края и главы города Перми, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и званием «Заслуженный работник культуры РФ». Ромащенко Тамара Михайловна родилась 9 января 1944 года. Путь в журналистику начинался для Тамары Михайловны Ромащенко в родном городе Омске. Именно там пришло к ней решение о выборе профессии. Тогда в эфире звучали многочисленные программы для детей и юношества. Они были разнообразны, интересны, рассчитаны на разный возраст от самых маленьких до старшеклассников и студентов. А главное, в радиопередачах участвовали сами дети. Они рассказывали о себе, о своих друзьях, о своих увлечениях. К моменту прихода Тамары Михайловны в Пермь областной комитет по радиовещанию и телевидению в редакции молодежного и детского вещания сложились свои творческие традиции, и корреспондент Ромащенко энергично включилась в работу, которая была ей по душе. Человеку нужен собеседник, убеждена Тамара Михайловна, который и выслушает, и посоветует что-то, и просто поговорит по душам. Детям такой собеседник особенно необходим. Ведь не всегда и не все они сообщают учителям и даже родителям, однако готовы поговорить с заинтересованным взрослым о своих делах, мечтах, сомнениях, разочарованиях, обо всем, что составляет их сложный внутренний мир. Юным слушателям нужна своя программа, рассчитанная на психологию возраста, скорректированная с ним. Воскресная программа «Пермь». Радио «Ориентир», которую вела Тамара Михайловна Ромащенко, именно такова. Она дала направление детскому поиску, фантазии, профессиональному, творческому и нравственному выбору. А каждый понедельник выходит в эфир еще одна программа Тамары Михайловны «Диалог с молодыми». И у этих программ есть свои слушатели в нашем большом городе, есть желающие участвовать в диалоге. Дети, молодежь – это постоянно меняющаяся живая аудитория, благодарная, непосредственная и веселая. Но ведущему программу журналисту надо соответствовать своей аудитории, не разочаровать молодых собеседников своими взглядами, одним словом – быть на высоте. Тамара Ромащенко сознает это и постоянно занимается самообразованием, использует любую возможность повышения своей журналистской квалификации. Надо ведь еще чувствовать нерв времени, чтобы точно придумать тему для диалога, порой острого, придумать радиоконкурс, вопросы викторины или какую-нибудь неожиданную акцию, в которую необходимо вовлечь радиослушателей и участников передачи. Если это удается, тогда они раскованы у микрофона, тогда они будут говорить, петь, шутить и отвечать на вопросы. Тамара Михайловна Ромащенко не раз завоевывала награды на престижных журналистских конкурсах. Она лауреат областной премии журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара. Ранее мы сообщали об уходе из жизни актрисы Пермского театра оперы и балета. Анна Герфанова умерла от продолжительной болезни. Пермский театр оперы и балета сообщил своим зрителям, что сегодня, 13 июня,
после продолжительной болезни скончалась артистка театра Анна Герфанова. Театр разместил прощальный пост на странице своего сообщества во ВКонтакте. Анна пришла в театр 18 лет назад и участвовала во всех оперных спектаклях и концертах, которые выходили за эти годы на сцене. «У нее был красивый тембральный голос», – рассказала об Анне ее коллега. Анна была ведущей артисткой хора, исполняла и сольную партию. Зрители могли запомнить ее по опере «Один день» Ивана Денисовича. Ее уход – большая утрата для всего нашего коллектива. Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но организм с ним не справился. Коллеги отмечают, что Анна была талантливым, замечательным и красивым человеком. У нее остались две дочки. Театр выражает соболезнования родным, близким и друзьям Анны.